Военный обозреватель и главный редактор издания «Апостроф» Денис Попович присоединяется к нашему эфиру. Денис, здравствуйте, рады вас видеть. Приветствуем вас. Добрый день. Ну, 4 завода – это, конечно, хорошо, да, но тут вопрос во времени, когда они смогут заработать, и смогут ли заработать вообще во время этой войны. Давайте поговорим о помощи вооружениям, которую нам сейчас обещает Европа. Результаты встречи Веймарского треугольника. Шольц говорит о том, что будут выделяться средства и большое внимание уделяться закупкам вооружения по всему миру. Революционное решение использовать для этого замороженные активы в Европе. Но что по срокам? Как быстро это сейчас можно организовать, как вам кажется? Есть осознание того, что нужно организовывать. И я думаю, что коль скоро сознание есть, есть инструменты. Да, то есть понимание, как это сделать. Но это можно сделать в сжатые сроки. И очень большой шаг вперед в том, что действительно могут быть использованы доходы от российских активов в Европе, это первое. И второе, то, что европейские лидеры решились закупать это оружие не в масштабах Евросоюза. Там, конечно, тоже широкий рынок очень, и не стоит его недооценивать, но в масштабе всего мира. А тут могут быть очень разные и очень интересные решения, которые пойдут на пользу нам, вплоть до того, чтобы закупать даже американское оборудование по каким-то льготным ценам, которые, скажем, хотели бы назначить американские производители, с учетом того, что американская помощь пока находится на паузе. Поэтому там суммы исчисляются миллиардами, которые могут использоваться в качестве источника денег от доходов российских этих вкладов. Да? Поэтому это очень хорошее, важное решение. При наличии политической воли она есть, при наличии инструментов они тоже есть. Можно все реализовать достаточно быстро. Денис, итак, Франция, Германия и Польша совместно поставят Киеву снаряды. Об этом вот совсем недавно стало известно. Также вот относительно того самого снарядного голода появилась информация о том, что Португалия выделит 100 миллионов евро на чешскую инициативу. Тоже довольно важный аспект. Давайте вообще более детально расскажем нашим зрителям, что такое чешская инициатива, как она будет работать. 800. Чехия нашла источник боеприпасов, да, объявила, скажем так, сбор средств. Ну, по-нашему, донаты, да, как у нас объявляют сбор средств на какие-то цели. В данном случае Чехия объявила сбор средств на реализацию этого контракта по закупке и доставке боеприпасов в распоряжение Украины. Там было 800 тысяч единиц, боеприпасов 152, 155 и 122, которые, скажем, были найдены в неком месте. Есть догадки, где они были найдены. Но поскольку Чехия держит это в тайне, ну, не будем тогда выполнять правила игры и тоже не будем называть эти версии. В этом и заключалась чешская инициатива. То есть деньги были собраны, контракты, очевидно, либо заключены, либо будут заключены в ближайшее время. И называются сроки доставки этих боеприпасов ориентировочно июль. Но, очевидно, речь идет о логистических вопросах. То есть, очевидно, эти боеприпасы находятся далеко. То есть единственный такой вывод можно сделать, что эти боеприпасы находятся далеко, есть промежуточная доставка. Но если этот мостик будет налажен, просто останется просто обеспечить конвейерную такую доставку для того, чтобы доставлять их вовремя на территорию Украины. Почему это важно? Это важно потому, что нужно время для того, чтобы раскрутить маховик военной промышленности в Европе, повысить там производство, повысить там количество производимых боеприпасов. А боеприпасы нам нужны уже сейчас. И вот эта вот партия, она позволит обеспечить, выиграть это время, которое позволит разогнать производство в Европе и таким образом одновременно обеспечить потребности вооруженных сил. А как много времени нужно, чтобы разогнать производство в Европе? Очень сложный вопрос. Там недавно было, вчера буквально решено, было выделить 500 миллионов евро. И в рамках этой инициативы Европейского Союза. Речь идет о выходе 2 миллиона боеприпасов в год до конца 2025 года. Uh-huh. Вот пока такие временные рамки. И назывался миллион до конца 2024 года. Вот такие вот темпы, на них мы можем ориентироваться. Может быть, получится быстрее. Хорошо, мы наблюдаем прорывные решения со стороны Европейского Союза. Да? Так активно они нам еще не помогали. И слава богу. А можно ли ожидать прорывов по пересечению красных линий? Увеличение дальности полета вооружения, которое нам передают. Разрешение на и применение точечно по
военным или логистическим объектом на территории Российской Федерации. Как вы думаете? Насколько я помню, было заявление Генса Столтенберга о том, что он допускает F-16. Да. То есть уже на самом деле красные линии уже переходятся. Мы наблюдаем процесс перехода. Одна красная линия еще остается, это Таурус. Ну, тоже там есть сообщение о том, что пытается даже обойти вето Шольца в этом направлении и обеспечить схему передачи нам Тауруса. Скажем так, это в западной прессе были публикации о том, что инициатором этих процессов является глава МИД ФРГ Аннелина Бербок. Ну, посмотрим, как дальше ситуация будет развиваться. То есть красные линии переходятся, и свидетельством перехода этих красных линий является хотя бы даже обсуждение вопроса введения западных войск на территорию Украины. Хотя бы даже обсуждение этого вопроса — это уже начало перехода. Вот той вот очень жирной красной линии, которая существовала до сих пор, потому что никакие иностранные войска не будут находиться на территории Украины. Даже сейчас это происходит. Ну, поэтому ничего не вижу невозможного. Ну да, относительно Таурусов, да, на Шольца, получается, он в такой ситуации, что на него Аннелина Бербок давит. Мы знаем, что была встреча Шольца с Макроном. Бундестаг на него давит. И Бундестаг, встреча с Макроном также, и с Туском. Ну, как вы думаете, все-таки додавят или нет? Ну, знаете, вероятность 50 на 50. Встретим динозавра на Крещатике или не встретим? То есть... Ну, хотелось бы, чтобы встретил все-таки в данном случае. Додавят или не додавят, да. Но я думаю, что шансы додавить Шольца куда более основательны, чем встретить динозавра на Крещатике. Но это я вам шуткой ответил. Ну, на самом деле, да, вопрос, додавят или не додавят. Но думаю, что, очевидно, если вот появляются такие сообщения о том, что находятся входные пути, то как бы не додавят, но Таурусы приедут. Но для того, чтобы там Шольц отвернулся, закрыл глаза и сказал, что я — это не я, это вообще вот меня обошли. Извините, пожалуйста, я против. Всегда был против и буду против, но Таурус в Украине. А Макрон своих партнеров додавит или не додавит, как вы думаете? И вот случись так, что Макрон все-таки введет иностранный легион там, или какие-то другие войска, станет ли это прецедентом, который захотят повторить наши европейские партнеры? Мы сейчас видим, что, в принципе, есть страны, которые поддерживают инициативу Макрона. Есть страны, которые не поддерживают вообще, но есть страны, которые поддерживают. Прежде всего, страны Балтии, это Финляндия, да, то есть отчасти Чехия. То есть все эти страны, которые когда-либо испытывали на себе русский сапог на своем горбу, если можно так выразиться. То есть Финляндия, Латвия, Литва, Эстония и так далее, да, Чехия. Польша тоже испытывала, но она несколько более сдержанная в этом отношении. Хотя, как мне кажется, и там могут быть не против. Даже США, в общем-то, артикулируют четко, что американские войска не будут на территории Украины, тем не менее, поддерживают инициативу. Поэтому зачем Макрону кого-то давить в данном случае? Он может просто подать пример, и те, кто захочет этому примеру последовать, они ему последуют. Уже, в общем-то, достаточно такой пул стран, которые могли бы войска вводить. Если, конечно, мы их об этом попросим. Денис, спасибо большое. Очень надеемся, что Украина получит все необходимое вооружение. Причем в ближайшее время будем держать события на пульсе. С вашей помощью в том числе. Военный обозреватель Денис Попович присоединялся к прямому эфиру телеканала Freedom. Спасибо.